Так, поехали сразу с припейлера. Вот так изначальная моделька выглядит. Это называется, скажем так, заготовка под режим вазы или что-то такое. Но я печатал не в режиме вазы, а по рекомендации создателя модели. Собственно, делается наполнение просто 0%. Вы можете выставить некоторое количество стенок. В частности, здесь у меня выбрано 3 и 20 слоев дна по рекомендации, опять-таки, создателя модели. То есть дно очень массивное, очень тяжелое. Это подставка под зубные щетки, как уже догадались из названия. Но есть один минус, то что вот в этом режиме не печатается по спирали. То есть здесь печатается конкретно по слоям, потому что в режиме вазы начинается в одном месте и просто не заканчивается. То есть слои идут, 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 наматываются друг на дружку. В данном же варианте с нулевым заполнением просто печатается послойно. То есть вот так вот первый слой намазала, потом поднимается экструдер, печатает следующий. То есть получается сильно дольше, чем в режиме вазы. Такая штука в режиме вазы напечаталась бы, допустим, за 3 часа, пусть даже за 2,5. Здесь она напечаталась за 4,5 часа. Итак, настройки. Слой 0,3, топ-слой 0, потому что иначе, если мы поставим 1, то будет закрыто вот это все добро сверху. Наполнение 0, 200 градусов, 190, непосредственно плавление пластика. Я поставил 4 мм, но смотрите, с 4 мм что случилось. Случилось следующее. То есть на такую модель ставьте 6-8 мм, я думаю, потому что ну вот непосредственно в режиме вазы бы оно печаталось и не было бы вот этих соплей, а здесь непосредственно один слой напечатался, переход, один слой напечатался, переход. И посмотрите, ну, то есть здесь очень много вот этой паутины, ее будет проблемно срезать в связи с тем, что просто ребра присутствуют полые, и я буду просто обрубать ножницами, может быть, чуть-чуть зажигалкой подплавлю. Это вообще стакан под зубные щетки. То есть я печатал очень быстро, 60 мм в секунду. Получились вот такие небольшие косячки по дну. Но дно реально увесистое, то есть если от этого все оторвать, лучше не делайте так, потому что можно сорвать одну из стенок, если она не пропеклась. Но вроде бы они получились окей. То есть здесь 3 стенки сплавились окейно. Ну, то есть видно, да? И дно. Дно вот реально очень массивное. То есть вот этот стакан, вот видно, да? То есть этот стакан просто так не перевернешь. То есть сюда можно засунуть даже зубную пасту при таком весе, и она не весит. То есть реально очень тяжелая штука получилась. Качество в целом окей, но, конечно, вот здесь видно вот эти все косяки в виде эхи. Это из-за того, что слишком быстро печаталось. То есть быстрая печать на принтере, который подушатан и пока еще не поменены комплектующие, мне недоступно. Максимально я печатаю 40 мм в секунду. Здесь же я печатал 60. Поехали дальше по настройкам. То есть вот настройки 60. Первые слои печатались 30-ки, потому что 20 слоев это реально очень много. То есть представьте, сколько вот это вот добро ждать. Обычно дно печатается как раз таки очень долго. И вот непосредственно вот это вот. Здесь фактически сантиметр от дна. Ну да, 20 слоев по 0,3. Посчитайте, сколько. Много очень получается. И небольшое завихрение, то есть вот так. Получается, ребра не прямые, а немножко вот так под углом завиваются. Ну, получилось, по моему мнению, прикольно. Конечно, из ПЛА это не печатается, это печатается из PET-G, потому что PET-G водостойкий. Возможно, печатается из АБС или из СБС, как и вазы, но ПЛА, не знаю, у меня мыльница из ПЛА уже месяц, вообще никаких изменений абсолютно. Плюс я смотрел видосы, где чуваки клали детали из ПЛА в банку, там на 3 месяца, на полгода, и ничего не случалось. Так что, я думаю, сильно переживать не надо, потому что в этом стакане воды, может быть, будет совсем капелька, которая будет стекать с зубных щеток, и все будет окей. Сейчас я вот это избавлюсь от вот этого добра и покажу, как выглядит в деле. Мне пока нравится. По поводу расхода пластика, думаю, тоже стоит показывать. Это приблизительный расчет почти 43 метра и 127 грамм. То есть это очень дорогая деталь получилась на самом деле. Ценник еще не забит, но в любом случае, грубо говоря, умножайте грамм на 2,5, на 2,3. Это получится покрытие электричества и все такое. То есть данный стакан фактически обошелся, да, рублей в 250-270. Ну, типа, скажете, зачем переводить пластик? Я вам скажу просто, что... Еще раз скажу, мне с принтером отдали обильное количество пластика. То есть это у меня черная катушка, здесь еще бобина бежевая, немного красного. Я только испечатал белый. И у меня еще он черная лежит катушка. Плюс еще вот эту рыжую я испечатал. То есть это халявный пластик, на котором я пробую настройки, и на котором я тренируюсь, смотрю на его свойства, постоянно меняю различные характеристики там, подогрева, скорости. И когда я уже закажу нормальный пластик подороже, я буду знать плюс-минус, что к чему. Так что вот. Дорого, да, дорого. Но смотрите, если напечатать такую из PET-G, то вполне себе походный стакан получится. Если кипяток не наливать, а пить, допустим, там воду, соки и все такое, то почему бы нет, прикольно же. В магазине такой найди, попробуй. Так, после зажигалки, ножниц и вот этого резачка получилось что-то такое. То есть, конечно, это... Печаль печальная, но опять-таки это не режим вазы, и я накосячил с настройками ретракта. То есть если поставить ретракт больше, есть вероятность, что этого будет меньше, или хотя бы паутина будет тоньше, ее можно будет просто оплавить зажигалкой. Окей, пойдет. Кто на него будет внутри смотреть? Вот так он будет все время стоять просто. По сравнению с тем, что было.